В заседании участвовал и губернатор края. Он отметил, что Алексей Егоров хорошо знаком с регионом. 4 года работал заместителем председателя краевого арбитража. Сегодня, коллеги, запрос жителей на справедливый суд. Сегодня запрос от жителей края на объективный суд. И поверьте, совсем не гуманный даже, а именно справедливый суд. Сегодня жители хотят быть уверены в том, что именно в суде они найдут защиту. Судебное решение должно способствовать разрешению конфликта, а не заведению его еще в больший тупик. Алексей Евгеньевич, мы все вместе с вами делаем экономику нашего региона, делаем инвестиционную привлекательность. И хочу пожелать всем нам успехов и удачи. Понимаю огромную ответственность, возложенную на меня, поэтому приложу все свои силы для того, чтобы оправдать оказанное доверие. Уверен, что работа суда будет эффективнее, качественнее и выйдет на новый уровень. На совещании также говорили об усилении работы судебной системы в крае, в первую очередь по вопросам рейдерских захватов земель и по делам о банкротстве компаний.